Причем здесь она даже не на последнем рубеже перед Юхансеном падает, да, зависает уже в середине площадки там. Два причем таких, да. Для меня, вот как для защитника, это немножко удивительно, да? А у тебя времени в вагон? Сейчас давай посмотрим момент, тут Галимов бросает. Это гол! Это гол! Это 3-2! И это радуется Ажиганов. Игорь Ажиганов на пятаке оказался и подобрал шайбу после броска. Один из немногих отскоков, который оставил перед собой Ларс Юхансен после броска Галимова, по-моему. Сейчас на повторе точно разберем. И одним касанием быстро Ажиганов сумел переправить шайбу в ворота ЦСКА, делая счет 3-2. Давайте смотреть. Опять же, вот нельзя не отметить индивидуальные действия Галимова. Обострил настолько, насколько это было возможно в данной ситуации. Да, и на входе в зону скорость сохранил, и шайбу подобрал, повез ее на пятак. А дальше на отскоке удачливее просто в борьбе с Киселевичем оказался Ажиганов. А насчет предыдущего эпизода, у Фантенберга столько времени, и ты с кистей набрасываешь, тогда уж, ну, и бросок блокируется.